Добро пожаловать на канал Киприада Эстейтс. В нашем прошлом видео мы рассказали вам о деревне Енирингкёй, которая является центром заповедника Карпас. А также объяснили, почему этот регион на данный момент является очень привлекательным для инвестирования. И если сейчас большая часть объектов находится на стадии котлована, а то и планирования, то все-таки можно найти уже несколько готовых объектов, если вы не настроены ждать. И мы поговорим об очаровательных трехспальных виллах прямо между деревней Енирингкёй и Новый Карпас Гейт Марина. Поэтому вы находитесь в 2 минутах на машине от всей необходимой инфраструктуры и тем не менее не в центре самой деревни. Сама вилла расположена в небольшом комплексе, и она уже полностью достроена и готова к сдаче. И при входе вас будет встречать оливковое дерево, которому несколько сотен лет. А вы знали, что есть деревья, которые доживают аж до 2000 лет? И как раз именно в зоне Карпаза вы сможете встретить оливки, которым по несколько сотен лет. Между прочим, даже если оливковое дерево находится на вашем участке земли, то вы не сможете его срубить или выкорчевать без особого разрешения от муниципалитета. Ну а теперь давайте зайдем в саму виллу. При входе вы попадаете в просторную гостиную, которая уже оборудована камином. И несмотря на то, что кухня объединена с гостиной за счет арочных ниш, создается иллюзия, что кухня здесь расположена отдельно. Данная вилла с 3 спальнями сдается в чистовой отделке. Плюс здесь уже есть встроенный кухонный гарнитур, включая рабочую поверхность и кухонный фартук. И напольную плитку по всей площади виллы. Обратите внимание на качество окон. Ведь нету никаких даже малейших подтеков после дождливых зимних дней. Сама вилла выполнена в загородном стиле, легком, ненавязчивом и очень уютном, а ее площадь составляет 155 квадратных метров. На первом этаже находится гостевой туалет со встроенной сантехникой. А прямо под лестницей расположено достаточно большое пространство, которое вы сможете использовать в качестве кладовки или даже шкафа, если решите его закрыть. Ну а теперь давайте поднимемся на 2-й этаж. Здесь расположены 3 спальни со встроенными шкафами, а также семейная ванная. А для нагрева горячей воды используются солнечные панели. Плюс дополнительно установлен бойлер. А если мы поподробнее поговорим о площадях спальных комнат, то 1-я спальня – это 13 квадратных метров, 2-я – 14 и 3-я – 12 квадратных метров. Очень практично, удобно и вместительно. Ну и, конечно же, открывается абсолютно шикарный вид на море. Уже только один вид стоит того, чтобы сюда переехать. До ближайшего пляжа всего 500 метров, а до новой гавани 1 километр. Между прочим, помимо оливковых деревьев, вы также встретите деревья кэроба, то есть рожкового дерева. И ежегодно сможете собирать свой урожай. Ну и, конечно, вилла оборудована 2 террасами, 16 и 11 квадратных метров. Данную виллу можно приобрести в рассрочку, детали которой вы сможете узнать, связавшись с нами по телефону, указанному в начале и конце данного видео. И в дополнение хочу сказать, что сейчас в этой зоне есть много разных участков земли на продажу. Поэтому, выбрав именно идеальное место для вас, вы сможете построить дом своей мечты, будь то огромная вилла с круглой кухней и частным бассейном или небольшое бунгало. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!